можете обнаружить ничто, удерживая ваш ум и сердце в этом ничто. Это духовное знание приходит сюда, считая себя индивидуальностью, которая стремится получить что-то. Это реальная сложность, потому что ищущий должен исчезнуть. Почему вы счастливы в ничто? Нет мыслей. Нет мысли. То есть без мысли вы счастливы. Если вы знаете этот секрет, вы можете получить удовольствие от всего, и это все будет появляться перед вами. You want to be something. Ты хочешь быть чем-то. But you are nothing. А ты ничто. And you cannot accept this. Не можешь это принять. Вероника на крыльце. В доме спит зверь. В доме ждет ангел, в доме далеко до утра. Вероника на крыльце, она по ту сторону стекла, и я бы открыл ей, если бы я знал, где здесь дверь. Список кораблей никто не прочтет до конца, кому это нужно, увидеть там свои имена. Мы шли туда, где стена, туда, где должна быть стена, но там только утро и тени твоего лица. Оторвись от земли, северный цвет. Знаешь, как должно быть в конце. Отпои меня нежностью своей подвенечной земли. Я не вижу причин, чтобы быть осторожным. В доме зверь, в Вероника на крыльце. Наверное, большое нахальство сказать, что я знаю, что такое Бог. Но единственное, что я могу сказать, свои предположения. Вот давайте будем считать, что это мои предположения, но основанные на том, что я подчеркнул из эфира. А что там дальше будет? Значит, мы с вами говорили, чем ближе конкретный центр масс, тем меньше у него эфирной энергии, тем больше материальной. А когда мы уходим наружу, там больше эфира. И в конце концов получается, что на внешних слоях вот весь этот разум, весь этот знание объединяется в сплошной массив, который дает вот тот вселенский разум, который как объединенный действует. Он все помнит, все знает и легко помогает нашим пророкам предвидеть на тысячи лет вперед, потому что это вычислительный комплекс, который триллиарды, не знаю цифру какую назвать, секунду операции делает. И он это все просчитал и знает и выдает. А мы иногда, добравшись до этого сервера, получаем какую-то информацию. То есть мы и все на давальческом разуме живем, будем так говорить. А свой есть в рамках наших земных потребностей, наших земных взаимоотношений. Поэтому мы имеем и тот разум, и частично свой. Поэтому мы созданы по образу и подобию Божьему. То есть атом – это то же самое, что эфир, только в центре стоит протон. Эфирный атом. Там протона нет, но есть внутренние оболочки, которые потеряли энергию, и это все держит, потому что за счет внешнего давления сохраняется эфирный атом. То есть, если бы не было внешнего давления, все бы развалилось. Оно есть во всех ипостасях, во всех видах материи. Вот я это и еще, на это и претендую. Еще вопрос, пожалуйста. Thank you.
если ты хочешь, что земля станет мертвой. Если ты хочешь, камни воспоют тебе славу. И если ты хочешь, сними эту накипь с моего сердца. Оторвись от земли северный цвет. Ты знаешь, как должно быть в конце. А твоими нежностью своей подвенечной земли я не вижу причин, чтобы быть осторожным. В доме зверь, вороника на крыльце. Находится внутри вас. Он находится в сердце любого существа. Чтобы пребывать в покое, не смотрите по сторонам. Не позволяйте вашему сознанию ускользать куда-либо, и вы поймете, что это состояние есть мир и счастье само по себе. Это основополагающая истина, и любое в мире существо само по себе есть счастье. Любовь. Вы можете дать этому имя, которое вам понравится. Поскольку в любой точке пространства и времени я могу быть одновременно субъектом и объектом, опытом. Я выразил это, говоря, что я являюсь обоими, не одним из них. Если вы скажете, что Бог не поддается определению, ваш опыт будет именно таким. Вы можете выбрать нахмуренного Бога или Бога улыбающегося, смеющегося Бога или играющего Бога. Если ты хочешь, камни воспоют тебе славу. И если ты хочешь, сними эту накипь с моего сердца. Оторвись от земли северный цвет. Ты знаешь, как должно быть в конце. А твоими нежностью своей подвенечной земли я не вижу причин, чтобы быть осторожным. В доме зверь, вороника на крыльце.
Будьте самими собой. Прислушайтесь к собственному голосу. Не слушайте ничьих советов, потому что любой совет принадлежит прошлому. Не существует советов для познания самих себя. Поэтому никого не слушайте. Пребывайте в покое. Вот лучший совет.